В честь юбилея комсомола 26 октября в нашем городе пройдет большое отраслевое мероприятие с участием делегаций из других городов и приглашенных артистов. Предположительное место проведения – драматический театр. А 29 октября саровчане отметят день рождения комсомола большим праздничным концертом в Доме молодежи, все участники которого получат юбилейные орденские знаки. По содержательной части мы договорились, что это будет исторический блок, значит, это будет блок современности, и дальше это будет блок комсомольские песни, мы его так в прошлый раз, да, назвали, там, в формате караоке. Ну и для тех, кто будет самый стойкий, предполагается в завершении танцевальная программа. А в начале октября в городском музее откроется выставка, посвященная столетию ВЛКСМ. Целевая аудитория – ученики школ города. Экспозиция расскажет подрастающему поколению об истории развития комсомола в нашем городе и познакомит школьников с ветеранами советского молодежного движения. Первый этаж – выставочный зал основного здания музея. Ну, как всегда, то есть наше традиционное место, где мы проводим. 2 октября она открывается и будет работать еще за пределами столетнего юбилея. Накануне городских торжеств по случаю юбилея ВЛКСМ делегация из 15 саровчан отправится в Нижний Новгород на областной праздничный съезд ветеранов комсомольского движения. 3 представителей нашего города будут награждены знаками регионального комитета. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.